Всем привет! Сегодня я хочу извиниться перед Даней за то, что я якобы у него плагиатила идею, а на самом деле я ничего не плагиатила. Даня, ты отпишись в комментариях. Скажи, что я сплагиатила, я не поняла. Сама. Я просто извинилась перед ребятами, что я мало снимаю видео. Я не понимаю, что я сплагиатила. Но многие видеоблогеры снимают. Я понимаю, возможно, ты подумал, то, что я у тебя сплагиатила название монтажа видео, видеошоу. Но на самом деле это не так. Я просто подумала скачать другой. Я много этих видеомонтажерных программ переменила. Но подумала потом... И скачала эту, потому что эту я еще не пробовала. Ну, что хочу сказать. Хорошая программа. Мне она нравится. Ну и теперь я буду снимать только с этой программы. Поэтому, Данек, я ничего не плагиатила. Если я подумал, что я что-то сплагиатила, прости. Я просто сама не знаю, что я тут плагиатила. Вроде... Я же ничего не плагиатила там и так далее. Но, возможно, я что-то не так сделала. Да. Данёк. Я ничего не плагиачу. Сейчас, вот, на данный момент. А, кстати, подписывайтесь на канал Крушители. Там Данёк и его друг Стёпа снимают... Классные видеоролики. Выпить Липтон за 10 секунд. Вы думаете, это невероятно? А вот и проверьте. А вот и проверьте. Там присутствует всего лишь два видеоролика. Но зато какие два видеоролика? Хорошо смонтированные. Это во-первых. Во-вторых, эти видеоролики позитивные. И вообще, сами создатели канала позитивные. О, ребята, дождь начинается. Ничего себе. Дождь начинается. Ха. Ха. Маме что-то не повезло. Она пошла на работу, ее вызвали. И вот, действительно. Дождик пошел. Это не к добру. Короче, всем пока. Вы были на канале Настюша. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пишите хорошие комментарии. И пишите под видео, что я сделала не так и что мне надо исправить.